Можно говорить. Клинику Макожанова было госпитализировано 6 больных с различной степенью поражения кожных покровов и с различной степенью выраженности термоинвалидационной травмы. В настоящий момент трое находятся в реанимационном отделении, трое находятся в отделении непосредственно. Насколько опасны вот эти травмы, поражение дыхательных путей? Учитывая, что помимо поражения и глубоких ожогов кожных покровов, довольно-таки обширных, у них еще имеется поражение дыхательных путей, а это взаимоусугубляющие два обстоятельства, которые могут нередко заканчиваться летальным исходом. Процент, ну, процент разный. Тут зависит много от сопутствующих, от возраста и степени адаптационных возможностей организма. Поэтому, как говорится, сейчас прогноз еще рано строить, мы даже суток не пережили, поэтому шок продолжается практически у всех, он корректируется по мере, как говорится, проводимых нами мероприятий. На данный момент все необходимые мероприятия осуществляются, консультативная помощь необходимых специалистов уже осуществлена, ну, а дальше будем, как говорится, уже непосредственно смотреть, как будет реагировать организм. Встретили дежурный врач, потом вас вызвали? Ну как, мы получаем информацию, собственно говоря, довольно-таки быстро, непосредственно от скорой помощи и так далее. Служба санавиации тоже работает. То есть мы были оповещены буквально уже после появления второго, максимум третьего пациента, практически все были на месте. Спасибо большое.